Электронные блокчейн-кошельки для электромобилей. Швейцарский банк UBS объединился с автокомпанией ZF и немецкой энергетической компанией Innogy CE, чтобы создать такой кошелек. В будущем использование системы, основанной на блокчейн, даст возможность интеграции с интеллектуальными системами энергоснабжения. Доктор Карстен Стокер Сеноджи отметил, технологически ориентированные инновации в системе мобильности и транспорта будут ключевым фактором для четвертой промышленной революции.